плодожены приезжали и кулечек терли. Это у нас на улице, да, потому что мы хотим, чтобы вот эту нашу площадку, мамин сквеш, чтобы городские мероприятия здесь проводили. Так называемый «Мамин сквер» на улице Васильевского в микрорайоне Дашковой Песочной открыли еще 4 года назад, но и сегодня он выглядит, как будто ленточку разрезали только вчера. Местные активисты бережно ухаживают за этой территорией, но хотят большего, например, масштабного граффити. Видите, стена пустая. В новом микрорайоне все должно быть новым. Здесь уже есть детский сад, школа, теперь появится мемориал летчикам-героям Великой Отечественной. Стоимость проекта 2,5 миллиона рублей. Намного больше, очевидно, понадобится для возведения главной мечты васильевцев – новой поликлиники. Вопрос берем в разработку, заверил губернатор. Надо просто чаще встречаться. Вопрос этот тоже будет обязательно решен. Мы сейчас просто вот уже уточняем сроки, потому что здесь это связано с финансированием, в том числе и с федерального бюджета. То есть, ну, громадное количество вопросов, и есть запрос на вот такое общение с властью, и с муниципальной, и с региональной, от людей, потому что они видят, что у них получается, видят, что их активность, она трансформируется в конкретные результаты. Это очень важно. Мамин сквер – традиционное место праздников, связанных с материнством и детством. Новый мемориал летчикам-героям должен стать продолжением реконструкции Вишневого сада. В программе благоустройства также расширение дороги на так называемой Сережиной горе. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».